Чё за? Какого чёрта? Алло. Юху, всем привет. С вами Енот, с вами Римворлд, и мы продолжаем нашу чудненькую игру и развиваем нашу чудненькую, махонькую, такую аккуратненькую, прям сладенькую, прям ути-пути-пути колонию. Вы спросите, что это было? Да чёрт его знает. А, вспомнил. Я ж тут строю его. Давайте, ребята, работаем, работаем. Я подумаю, что еще туда перенести можно. Надо перенести то, что не так чревато. То есть шитье все-таки лучше день здесь оставить. Опять? Но они могут покопать нам все, в принципе. Но их надо бить. Бить, бить. Бить. Конечно, она была отменена, вы че? Кто здесь шустренький? Здоровье, торс. Боль легкая. Нет, давайте. Все, согрелись, бежим, бежим, бежим. Что творишь? Почему ты бежишь так медленно? Прощай. Чего они такие быстрые-то? Блин. Я подозревал, что они там могут вылезти. Ну, чтоб так прям. Видите, проблема? Нет прямого обстрела. Он стрелял, и они его догнали. Сейчас должен быть какая-нибудь фигня, которая нас либо убьет, либо спасет. В принципе, я мог их не трогать, они пока не все бы не прожрали. Они насекомые выедают абсолютно весь камень, просто рандомно. И плодятся. Выедают и плодятся. Но у нас было бы время подготовиться, но металла у нас нету, да? Классно. Да. Угу. Куда шитьё же воткнуть? Этот коридор вообще не в тему, но я говорю, что создал чисто для того, чтобы был проход между. Кто? Йо, уходим, уходим. Да блин, не в тему вообще. Господи, давайте быстрее, а? Да, это был гениальный самый подход, мой. Возможно. Блин, хочется как бы и поиграть в нее, и вот так вот создать вот такого же себе короля, который будет ходить только в крутой одежде, который будет ближний молот там какой-нибудь. Стоят всякие чипы, которые не будут позволять ему умирать. Здесь бы тоже огородиться. Чисто стену так пустить, и хай будет. Потому что вряд ли они здесь пробьются. Вот налет отсюда, давай вот эти точки. Вверх можешь не трогать. О, слона жрут. Голод у кого-то. Да нормально, разделаешь рой механоидов и сверху, и сбоку. Да вы издеваетесь? Нет, алло.
Проблемы есть везде, да? Постройка дерева. Чёрт! Вот так вот, чисто один слой откнем и все. Я же каким-нибудь макаром-то отобьюсь. Вот чисто такая перегородка будет. По факту она нам никак не нужна, но она будет. Надо было насекомых здесь оставить и думать, как их выкрыть. Потому что прямого удара здесь нет. Я гениально прокопал. Так можно было снайпером ударить. Опять в обороне, вы издеваетесь? Нате вам, нате! И провод жахнулся, классно! Не так не хватало. Пас! Стой, нет, вы оставайтесь. Смотрите, уходим. Уходим сюда. Черт, всем надо через век забежать. Гачик, и гач гадов. Черт. Теряем комнату, комнату теряем. Вот и все. Что-то обрушилось, господи. Так, кому нужно лечение? Ты, иди отдыхай. Ты, иди отдыхай. Черт, но у него не опасное. Ну да, у меня же там случился. Гобелен сломали. Стена из гранита. Будем восстанавливать, что делать. Оборона у нас ни к черту вообще, если честно. Не работает так, как надо. Вблизи вот это вообще не сработало. Давай.
Блин, здесь надо построить эти тоже какие-нибудь балки. Два. Три. Всех добили. Больше степени, да. Двери тоже надо построить еще, типа. Песчаник. Смерть слонихи. На, капец, короче, досталось всем. Будь здоров. Смерть слониха. На. Губи, ты бы себя поберегла бы. Губи я. Смерть слон, смерть слон. Завербуем новых. В общем, капец. Бзз, все прям вообще в тему. В общем, надо что-то придумать. Здесь оборону мы построим такую чисто абстрактную, чтобы в случае механоиды там не нападали, обходили нас. Нападут, ну и ладно. В общем, капец. Да, солнечная вспышка. Иду я нафиг. Так, хорошо. Все хорошо, все не так плохо. Какого черта он здесь остался? Ужас какой. Мы все это восстановим. Опять. Здесь прям хорошее место просто. Что, заправлять некому, что ли? Заправить, заправить, заправить. Хорошее начало серии вообще. Да, это называется две спокойные серии, и все, и капец. Забавно. Капец. Опять наркотики, сжечь труп. Насекомых. Попугай, кремируй. Они опасны для нас. Мало пищи. Да пищи у нас дофига, слона бы разделали. Задание, детали. Насекомых нет. Детали. С одним словом. Вся оборона легла из-за... Эта оборона сделана для того, чтобы я мог отбить нападение, а не то, что они здесь были здесь. Надо подумать над системой. Что-то должно здесь сдерживать врага. Мина осколочная. Надо будет еще осколочных наделать.
за 3, 4, 5, 10 сделаем. Давайте, как закончите, я отправлю вас вербовать этих людей дальше. Ой, слонов. Потому что нам нужно восстановить слоновий баланс. Че? Он же гнилой. Еды мало, готовьте давайте. Давай, нарко, пошел, 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 пошел. Монитор жизнедеятельности. Хорошая вещь. Так, теперь, поскольку у нас есть пара колонн, можно это разобрать. Мы можем расширить зону, если здесь они опять вылезут, взорвать, чтобы все к чертям засыпалось. Пусть каких-то будет, каких-то не будет. Типа обычные, люкс кровати и так далее. Капец. Нужно мины восстановить. Стали. Классно. Будем восстанавливать, что делать. Каждый раз я ставлю их здесь на проходе, чтобы они могли видеть, что происходит. И каждый раз все обламывается. Капец, тут железо надо. Готовить они не успевают. Мясо дофига. Чувак, извини, иди работай. Надо все эти трупы выкинуть, сжечь, уничтожить. Сталь есть, ее перенести бы. Что у нас осталось? Слониха, слон. Да. Я не знаю, сколько еще таких налетов я выдержу, но, блин, все шансов все меньше и меньше. Эх, металл бы плавить заставить их. Ладно, следим за теми, кто бездельничает, и будем отправлять работать. Разбираем. Блин, а вот здесь вот мины вплотную, это плохо. Они должны быть на расстоянии. Потому что это наша оборона, откуда мы отбиваемся.
Давай еще осколочные. 5 есть. Ага, дикобраз, попался. Не может. Текла. Да чтоб вас. Че, ремесла, что ли, не так мало людей? Кремируй. Великан. Ага, я тебя видел. Плавь. Нам металл жестко нужен. Здесь отсадили, это хорошо растет. Это радует. Как всегда, у нас всего дофига, а того, что надо, нету. Этот проход меня напрягает. Ладно. Из дерева тоже вот здесь воткну. Как раз. Это на случай, что если здесь кто-нибудь вылезет, чтобы они шли в атаку, в обход и не долбили здесь. Вся моя оборона. Здесь только вливаю железо сюда. Хоть бы хны. Надо выкачать еще одну железу. Последнюю, которую я знаю на данный момент. Да, тяжело. А, это комната Конора, что ты думаешь? Здесь лампочка, да, была? Походу. Он спит на раздолбанной кровати. Сон на холоде? 15? Все нужно достраивать, нужно это достроить, нужно докопать, нужно развивать вообще, капец. Бездельников нету, да? Эти готовят, готовят хорошие блюда, ты и простые готовь. Прилетите, берет простой, да? Эх, ладно. Пусть будет простое прилететь. И здесь простое. Меланхолик, смерть любимца. Да блин, у тех столько умерло, так что привыкай. Эх, но... С ними проблема, да. Надо бы кого-нибудь завербовать. Эть-эть. Так. Тут группами они бегают. Надо какую-то группу завербовать и все. В идеале было бы этого. А что это такой красный какой-то? Такс. Да, вообще, конечно, оборона у меня не самая хорошая. Даже свет не делал. Ну, хоть убрали, уже хорошо. Жалко, что если здесь жуки вылазят... Блин, надо полностью все убрать и все колонны заминировать. Что в случае чего взорвалось, и здесь все к чертям засыпало. А? Ковер. Тоже
тоже шикарное, да, блюдо? Где много жрет? Какой интересный эти. Эти все готовят. Это ладно, птичек у нас пока достаточно, но... Но. О! Новый. Так, заставим во все комнаты. Да. Прям заняться больше нечем. Они даже не пытаются разобрать это. Ну, одно и хасни. Здесь можно засадить чем угодно. Видите, травой все прошло. Травой. Слоны. Какой шанс, что они будут на меня нападать? Конечно, шанс есть. Шанс есть. Насекомые. Ну, а свадьба. Типа, ну, у нас не получилось, давайте в этот раз хоть. Вау, красиво. Чувак. Брэк-сочетание жениха и невесты. Свадьба. Е-е-е-е. А где пиво-то? Это желе сожрал. Но место здесь шикарное, да, по-моему? 7,6. 7,7. Дальше шикарное. Все. Все довольны, все красиво. У всех прям максимум. Вот это только я. Самый недовольный это вот этот. Лохмотья? Футболка 9. Штаны нормально. Оранжелет так себе, ну да ладно. Но все равно больше нет ничего, придется делать из того, что есть. Так, ладно. Они, конечно, поженились, мы нормально все. Будем вербовать слоников. Слониха. Торгуется оружием. Пролетает. Но мне нечего ему пихнуть. Пусть дальше летит. Ну, молодцы, выкопали. Строить они не могут. Да, далеко. Надо еще копать. Надо изучить вот эту всю гору. Вот эти все прииски. Вдруг где-то здесь еще железо или компонент. Странно, что я компонент не нашел. Хотя компонента могут быть где-то вот здесь кучкой. Махонькой. Жесть. Ладненько. Каждый развивается, что можно. Саркофаги мне нужны, но мне нужно вот это, по-моему, как раз для полета. Еды у нас чуть появилось, питомцы. Угодки есть, можешь жрать. Либо подождать, когда они будут голодать. Кстати, а чей парюсь? У нас же есть эта фауна. Альпак. Альпаки-то не нападут. Че это? Блин, квест что ли? Секундочку. Готовый торговец. О!
Муравьед, хорошо бегает, давай. Нет, он себя так себе переговорщик. Норка. Так, у них есть верблюды, которые мне даром не нужны, да? И шоколад есть. Вот это мне нужно. И компоненты мне точно нужны. 2000, офигеть. Ну давайте возвращать. Вот 600. Раз не успел поставить, не успел, потом сделать. Шедевр, шедевр. Мы это все заново сошьем. Рубашка. Рубашка, 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 рубашка. Все, он нам 1000 должен. Что мы можем выкачать из него еще? Мясо. Да нет, в принципе. Химтопливо нам не нужно. Ткань нам не нужна. Коров продавать не будем. Но денег столько нету. Верблюдов 2. Здесь я заберу все мясо хаски. Принять все. Итак, швейный цех поступает задание. Четыре, пять, штаны, рубахи. Робы, плащи, футболки, робы, штаны, да, все, у людей есть занятия, все с чем-то занимаются, так вот это бы все перенесли куда-нибудь. Принести. Фига себе, зашли ко мне посидеть и ушли. Давай, сделаешь косяк, идем дальше. Надо бы как-нибудь вот это все-то перетащить, ребята. Хмель почти сломался. Но он ветшает еще и на улице довольно быстро. Давайте носим, 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 носим. На этом разделываем. Текло, потом тоже разделываем. Мастерворк. Отлично. Почему сейчас, допустим, механоиды не напали, чтобы они перебили друг друга? Я бы захватил того, кто остался. Ты куда бежишь? Смотрит телевизор. Ага, сейчас перенести. Арстман. Перенести. Муравьед. Натерс. Перенести. Никуда не хотят переносить, я не знаю. Деньги-то ладно. Вот еду бы. Продолбили. Конечно, капец. Шляпа вообще мастерворк. Шедевр. Идеальнейшая шляпа. Корова родила. Молоко. Все. Пропадает, не пропадает. Почему они сами не пьют? Все, все молодцы.
Бездельник Чан. Бездельник Чан. Иди плавить. Я понимаю, ты можешь заниматься животными, но тебе и плавить тоже надо. У нас турели-то восстановлены, все равно остального еще дофига всего. Осколочные снаряды надо тоже делать. Мы сейчас их со всех складов, да, выкачали? Да. Склады большие. Здесь просто дырка была, я решил залепить. Носорога. Я в носорога-то возьму. Мебель. Чей слон забыл? Ух ты, двоих завербовало, молодец. Шарится везде. Аж удивился, что они шарятся. Вот. Выкачили и все. Гомес, поздравляю, ты идешь плавить. Ты. Разделывай. Ну, потихоньку восстанавливаем. Кто-то все идеальное готовит, просто офигеть. Они дверь до сих пор не разобрали, вы че? Разбирать, походу, никто не любит. Чан спит. Ну ладно, пусть пить. Тут не строят, тут не строят, тут не строят. Молодцы прям. Просто офигеть, какие вы молодцы. Да, железа уже, конечно, мало. Надо бы найти, откуда их можно выкачивать. В смысле, вот с этим сканером бы разобраться, как работает. Если кто-нибудь знает, не знает. Если ты знаешь, напиши, пожалуйста. Я не понимаю, как он работает. Возможно, это что это версия бесплатная, скачанная, поэтому он включенный, надо было покупать ее в Steam, и тогда бы мне приходили обновления, он бы нормально работал. Так, дерево. Дерева мало. Рубим. Залепили ему проходы, починили. Давай бы еще починили, а то он спит непонятно на чем. Ну да ладно. Потихоньку мы все исправим, все улучшим, все будет хорошо. Уборку не закончили, это кто-то не доготовил. Еда потихоньку у нас останавливается. Главное, что пиво есть в холодильнике. А остальное не важно. Побежал копать сталь. Опа. А кто тебя убил? Колтарам отрезанных. Потом. Халявная пантера, чё б нет-то? Слоны. Как-то не разбились на непонятные группы. Что делать, тоже не ясно.
Казуара профукали. Ну ладно. У нас есть ткань, у нас есть шерсть. Будем готовить. Чё, сгнил? Труп животного, давай. Да чё он гниет на рабочем столе? Хоп, всё. Ух ты, норка. Здравствуй, норка. Ча, ух ты ж, я что за ногу. Какие люди. Мне нужен металл. Вы мне будете его плавить, хотите вы это или нет. Он валяется везде на моей территории. Хороший ветруган у нас поднялся. Ну, в принципе, давайте на этом закончим. Мы довольно неплохо побегали. О, Конор. Норка. Да. Конор, 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 тебе повезло, работы на тебя нету. Острые необходимые. Еды у нас теперь везде дофига будет. Ну что ж, давайте на этом закончим. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.